День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Как в Славянке в этом году прошло чествование Героев Отечества, расскажет наш корреспондент. Ежегодно сотрудники внутренних дел Хасанского района чтят память Героев Отечества и проводят памятные мероприятия. Стражи порядка отдают дань памяти тем, кто перед лицом смертельной опасности остался верен присяге. В истории Хасанской полиции немало героических страниц, примеров истинной доблести и чести. Это для нас еще знаменательно тем, что один из наших сослуживцев в далеком 41-м году был начальником органа внутренних дел нашего в Краскино, начальник Хасанского отделения милиции. И в годы Великой Отечественной войны в 45-м году за подвиг, который он совершил на полях войны, он получил звание Героя Советского Союза. Сотрудники полиции почтили память Героя Советского Союза Михаила Павловича Карпова, а также вспомнили всех тех, кто защищал наше Отечество. В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение очередных званий трем сотрудницам Хасанского отделения полиции. Шла к этому целый год. Надеюсь, через 2 года получить еще звезды старшего лейтенанта. Не надеюсь, а получу. Работаешь, да, выполняешь свой долг, свою службу, но когда приходит момент, когда ты получаешь эти звезды, когда ты смотришь на эти погоны, когда вместо одной уже две, вместо двух, три, это такая эйфория внутри, руки дрожат, и ты просто понимаешь, что есть к чему стремиться. Юным лейтенантам внутренней службы в этот день было удостоено почетное право возложить траурную корзину к мемориальной доске Героя Советского Союза Михаила Павловича Карпова. Ольга Бражник, Виктория Беляева, Александр Бабарин. Новости Славянки.